Всем привет, с вами Фиксил, мы продолжаем играть в группу под названием Зуба, и сегодня будем играть за крокодила Дону. За крокодила Донди, да-да. У нас же сегодня Дону в таком прекрасном скине, который относительно недавно появился у нас в игре. Также залутал гемы за партнерскую программу, ну то, что остались, там же 15 тысяч гемов дается. Я типа могу их либо все разыграть, либо частично. Как я уже говорил ранее, будет розыгрыш 10 тысяч гемов, чуть попозже. Ну, а мы отправляемся к Мадемей. Будем ускоренном темпе апать 1100 рейтинга. Я надеюсь, она быстро возьмется. Попробую еще отдельно понабирать. В общем, делов много. Надеюсь, мне сегодня попадутся прекрасные команды. Хотя, судя по кролику Скиппи, была не самая прекрасная обстановочка по командам, да. Блин, видали, промахнулся по Никсу? Как же обидно, капец. Как же обидно. Вот посмотрите просто, им лишь бы залутать, им лишь бы залутать, а все остальное не важно. То, что они уже проиграли, о, блин, миллиметра не хотел. То, что они уже проиграли, это им не важно, им не победа нужна, им лишь бы залутаться. Да как я промахнулся? Ну вы видели, а? Блин, надо было все-таки стрелять с лука. Такая халява, вот им очень странные противники против меня попадаются. Пока что получается отстреливать не очень, все-таки никсы достаточно подвижны. Какой же подвижный никс попался, однако. Почему гранату никто не лутает? Очень все странно. Так, добиваем мы последнего никса. Сейчас залутаем золотой лук. Нужно пойти баку помочь. Так, я сейчас выйду с воды и всех уничтожу здесь. Ну как всех уничтожу? Меня почти уничтожили. Красиво, я всех уничтожаю, да? Ну, очень много за счет бонуса по урону закидываем. Урона того же самого, да? Блин, как же им везет, капец просто. Они всеми выстрелами попадают в меня. Это просто нечто. Я тоже не промах, поэтому... Блин, как же этот никс фигачит, у меня просто слов нет, какой же он жесткий. Столько выстрелов меня закинул, всеми выстрелами попал. И заметьте, сколько урона вносит. Это вот по поводу той порезки неадекватной. Точнее, буста неадекватного, который у нас есть в игре. Так, ну тут еще две аптечки. Я извиняюсь. Я, в принципе, успею нахилиться. Бак у нас только там где-то задерживается. Так, стенки поставим, сломаем их. Так, здесь у нас какой-то сильный бачок. Блин, я до него не дотянулся, ну ё-моё. Еще и Брюс какой-то сильный. Капкан пока что поставим. Против Брюсика. Пока что я не могу, мне сейчас... Ну, тут либо побеждать, либо спасать своих союзников. Я пока что не могу себе позволить вылезти из воды. Но для победы мне понадобится вот так вот сделать все равно. Ну... Я почти успел спасти еще нашего бака, но он умер чуть раньше. Ну просто вот видите, моя команда, она такая... Ну вот видит то, что противники в зоне, видит то, что я их убиваю, и что им нужно делать? Правильно, убежать. Это ж гениально. Я почему-то просто не видел, как Фламинго Мило закидывал гранату, хотя он 10 уровня. Там такие гранаты у Фламинго вообще офигенные. А если он с кассетной бомбой, а он должен быть с кассетной бомбой, потому что он как бы 10 уровень, да? Там должно быть все красиво, но... Где вы это видели, я не видел. Хотя это должно было быть. Он просто должен был кинуть одну свою гранату пару раз. Пару раз. Но он этого не сделал, это же так сложно. Ай. Да, прекрасная зуба. Где же еще такие ощущения можно испытать при игре с гениальной командой в рандоме? Нигде. Наверное, в других играх это более-менее еще, знаете. А в зубе, да. Нет, конечно, в зубе тоже можно подняться там 1400, 1500, 1600 рейтинга, и там уже попадаются, конечно, на самом деле, намного адекватнее союзники, да, в команде. Но все равно, и там денег тоже хватает, к сожалению. Потому что многие через абуз просто поднимаются, да, там, и все такое. Но все равно они хотя бы кнопки нажимать умеют, это уже о многом говорит. Потому что некоторые кнопки нажимать не умеют. Да, бывают и такие.
игроки в нашей игре. Проблема в том, что у нас только сейчас двух сторон душат. И мы не можем сейчас играть командно из-за этого. Я пытаюсь, конечно, врываться, вот делать такие мувы правильные, адекватные. Так, все, делаем буст. Ну, у них не получится здесь ничего мне сделать. Блин, почему у этого 6-го левела кролика Скиппи есть дефибриллятор? Я не понимаю. Почему у других нет, а у 6-го левела есть? Как же меня эта ситуация раздражает. Опять панелька начала лагать, как вы заметили, да, у меня там. Просто надо задушить два сквада. Мне скиллов столько нет, вы понимаете? Мне просто нечем душить два сквада одновременно. Особенно, когда твоя команда просто гений, которые разбегаются. Ну вот как в это играть? Ну вот гении, которые разбегаются в твоей команде. Два сквада, которые с двух сторон, на которых тебе просто скиллов не хватает, чтобы всех задушить. Да как ты... Вот же уворотливый Никс. Просто бегать вместе со мной, это так сложно, что ли, было? Вот. Ничего ж, не надо делать. Просто бегай вместе со мной. Блин, опять панелька за... Как же не душит зубы-то, а? Вот заметьте, просто игра не душнил, да? Я сейчас аптечку еще не успею нажать. Ну, конечно, я не успел. Хотя я нажимал. Фух, надо успокоиться немножко, расслабиться. Все хорошо. Мы победили. Спокойно, спокойно. Сейчас Джейд залутает аптечку. Ну, хоть какую-нибудь залутает, Джейд, спасибо. Фух. Как-то не душно, да, ребят? Вообще. Вообще не душно. Не чувствую. Но не хотят они играть команду. Давайте. Так, нашли там кого-то. Никс не ожидал такой прыти от меня. Блин, ну... Я думал, он прыгнет. Чё он не прыгнул? Глупенький. Ну, прыгай. Вот же без... Вот зачем ему прыжок? Ни разу не прыгнул. Ох уж эти Никсы, да? Ох уж эти Никсы. Тактика Доны, короче, посидеть... Ну, конечно, надо убежать за зону и там сгореть. Ну да, умереть же от нашего удара нельзя. Нельзя. Да. Ах, ребятки, ребятки, как же это прекрасно. Давайте еще один поезд сыграем, закрепим результат. Быть, вроде две победки я сделал, да? Я уже не помню, сколько побед я косил. Но впереди еще, как бы, 1200 рейтинга, поэтому надо победок делать больше. Стараться, все дела. Вроде сейчас даже... Я почему могу сказать, что почти со всеми техническими проблемами я разобрался. То есть даже настолько все хорошо может быть. Но моя команда меня не слушается. От слова совсем. Им зачем-то нужно подраться, хотя... Хотя. Ну вот. Вот к этому все и пришло. Видите, ребята, да? Куча 13 уровней, которые я ничего не могу сделать, потому что моя команда, ну, сами знаете кто. Гений, я считаю. Но я пока что тут шотаю, у меня достаточно сильный в этом плане. Я, если что, завис, ребят. То есть я с воды выпрыгнул, пустил противника, и я не мог двигаться в воде. У нас был шанс. Достаточно хороший на победу. Но в противоположной команде используют дефибрилляторы, а в моей команде даже не ресурсуют. Поэтому такие вот дела. Прекрасно, я считаю. Прекрасно. На этом мы и закончим, наверное. Потому что дышиться мне не очень хочется. Начало недели все-таки. Ну как, для меня начало, да? Для многих уже 3 или 4 дня прошло. Это все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставьте свои комментарии. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.